Добрый вечер еще раз всем. У нас последняя стадия пика. Ninjas in Pyjamas против Power Rangers. Best of 3. Последний персонаж для команды Power Rangers. И решающий матч это. Lose it, break it, а значит вылетает команда, которая проиграет сейчас. Команда, которая выиграет, разумеется, пройдет дальше. Топим как ненормальные за команду Power Rangers. За наш СНГ коллектив баны нас уже не интересуют. Нас интересуют только пики. В пике команде Power Rangers отходят акции Dazzle, Storm Spirit, Lycan и Shadow Demon. Давным-давно не видели мы Shadow Demon. Dazzle Axe это очень круто. Это, возможно, выигранная сложная для команды Power Rangers. Silkit опять третью игру подряд играет на Vengeful Spirit. Бэтрайдер у нас второй Бэтрайдер подряд от Йона Сумфана. И Эра на Дроу Рейнджер отыгрывает. Визаж и Вайпер также в пик отходят команды NIP. Ну что, пожелаем удачи обеим командам. Предпочтения наши не касаются объективных суждений по протеканию матча, по аналитике, да и вообще по любому комментированию любой ситуации, но тем не менее сложно скрыть свои предпочтения и свои симпатии СНГшному коллективу. Ждем, как покажут себя ПР, и напомню еще раз, счет 1-1, вы это можете видеть и у себя на экранах, если что, поэтому это освещать всего лишь... Так, все, в принципе, все. Немножко подстроились. Я уже пока клацал мышкой, потерял немного мысль. Мысль найдена. Начинаем комментарии этого матча. Переходим к комментарию матча и наблюдаем за развитием событий. Команда Power Rangers отправляется в чужой лес. Они готовы, если что, ганкнуть Лимпа, который здесь на Вайпере подойдет. Здесь также Визаж. В принципе, приятная цель, можно будет подраться. Если что, Vengeful Spirit отходит далеко, и это хорошо для команды Power Rangers. Чеширский кот отыгрывает у нас на Аксе. Роджер играет у нас на Шторме. Это мид Шторм. Джейфу отыгрывает на... СД, и Санейка играет на Дазле. На топе у нас Дитя Ра, как и в первой игре, играет на Ликане. Со стороны NIP на Бэтрайдере у нас Йона Сомфан играет. На Дроу Рейнджер отыгрывает Эра. Так, у нас Бэтрайдер здесь увидели, зацепить его не получится. Хенскин играет на Визаже. Хенскин два матча подрядил у нас ФБ. Первый матч чуть ли не в соло выиграл на Чене. Чен в этот раз, как я понимаю, был в бане. Не успел я заметить. Силкит третий раз за три последних матча играет на Vengeful Spirit. Ну, по игрокам разобрались, по персонажам разобрались, по лайнам тоже, в принципе, все относительно ясно. В легкую у нас отходит фармить Эра. Ему здесь помогает Визаж и Венга. В сложной у нас Бэтрайдер. Против него будет Джейфо на СД. С ним Санейка и фармящий Ликан. СД и Дазл. Это хорошо. Чеширский кот отправился в сложную. Не уверен, что чеширскому коту здесь будет комфортно. Тем более против него сразу три рейнджевика. И три рейнджевика, понимаем, да, с нереальным бустом атаки. Во-первых, здесь аура от Винги. Во-вторых, здесь Vengeance Aura от Vengeful Spirit. Я имею в виду аура от Дровки. Я сказал сразу от Винги, конечно же, Дровки. И здесь замедление от Визажа. С руки наваливают все очень больно. И через 2-3 левела ситуация будет для чеширского кота очень и очень неприятной. Ну, может быть, к тому моменту созреет у нас Роджер и придет помогать своему тиммейту. На миде стоит Лимп на Вайпере. Вкачал уже в один Poison Attack харасить Роджера. И коррозив скин для комфортного пребывание на линии. Бэтрайдер пока что у нас только на палм вкачал. Первого левела бегает Бэтрайдер. Первого левела СД. СД идет чекать руну. Как я понимаю, варды здесь стоят от команды Power Rangers. И здесь тоже обсервер стоит от Power Rangers. Руна появится через секунду. Заберет ее Джейфо или оставит для своего тиммейта. Нет, Джейфо забирает у нас руну. Хауль провязал уже Дитя Ра. Хауль вкачан в один, и больше пока что ничего, ни во что не вкачано. Я так понимаю, в плюсике качнул у нас.
Битяра. Так, поймали у нас Бэтрайдера. Подцепить не получилось, потому что Firefly провязал вовремя Бэтрайдер. Отходит на лайн и... Пока что игроки расходятся чуть подальше на своей линии. Ну, не очень комфортная ситуация у NIP. У NIP сложная, вообще неуютная для Бэтрайдера. Второй левел кое-как насобирал. Тут у него есть парочка рингов протекшн, но явно хп они ему не добавляют. А проседает по хп он достаточно плотно. Акс пошел делать мультиспауны. В принципе, и без Акса тут мультиспауны делались. На топ собственный лес. Чеширский кот понял, что на лайне ничего ему не светит, решил оттуда отойти. Возможно, это правильное решение, но тут в соло остается фармить Эра. Это нехорошо. Эра в соло, если нафармит, то Эру потом вообще не остановить. В плане фарма Эра остается вообще вне зоны, то есть полностью в зоне комфорта. И по крипам, я думаю, будет подниматься только вверх. На данный момент по крипстату на первом месте у нас Лимп. На втором месте у нас Дитя Ран на... легкой линии команды Power Rangers. Бэтрайдер тоже уходит в леса, как я понимаю, да? Здесь мультиспауны уже имеются. Бэтрайдеру прилетает что-то. Нет, ничего Бэтрайдеру не прилетает. Здесь один стак. Здесь один стак. И мультистак здесь от Бэтрайдера. Ну, выносить как-то свои артефакты придется. И делает он это за счет лесных крипов. Ну, немножко голды здесь сможет насобирать. First Blood тем временем у нас делается Снейка, и делает он это на топе. Vengeful Spirit погибает, погибает от рук Снейка, я так понимаю, встретили ее на руне. Выход на лимпа будет ли? Но лимп должен понимать, что если там только что погибла Венга, где-то рядом погибнет и еще кто-нибудь. Например, он. Например, он. 520 по голде на данный момент у него имеется. У Хэнскин по голде... 590, тоже 600 по голде на руках. И Бэтрайдер кое-что да выфармливает. 10 стаков у нас на крипах через Firefly. Firefly еще продолжается, можно будет попробовать забрать. Ну да, здесь все умрут. 10 стаков на крипах. И какой-то левел, да, в принципе, голду выносит из этого мува. Ликан тем временем 1300 имеет на руках. У него есть Sage Mask. Пока что базилки не имеется. Так что у нас драка у нас здесь под Т1 команды Power Rangers. Поймали лимпа, лимпа здесь забирают. Бэтрайдер никак ему не поможет. Также разобрали у нас здесь шторма. На подсейв шторма прилетела команда Power Rangers. И только на труп товарища смогли посмотреть и отомстить Вайперу за такой мув. Нормально камера переключилась на Бэтрайдере. Ничего более интересного, чем Бэтрайдер, пока что на карте не происходит. Бэтрайдер фармливает здесь крипов. Делает несколько стаков есть на том, что еще живо. Ну и здесь хорошо, что големы. Хорошо для команды Power Rangers, что появились големы. Они, собственно, будут все время и будут мозолить глаза Бэтрайдеру, пока их не заберет Вайпер, как я понимаю, не придет. Не поможет фармить своему Бэтрайдеру. 1-2 счет на данный момент. Power Rangers впереди. Два фрага они уже сделали. По крипстату на первом месте у нас находится Ликан. Дитяра отправляется в лес. У него имеется Gloves of Haste, есть Boots of Speed. Можно уже, в принципе, купить себе Power Threads. И будет готовиться выход в
быстрый Владмер. Ну, что еще нужно Ликану, если не Владмер? Роджер 390 по голде имеет. У Роджера имеется Bottle, имеется Boots of Speed. И пока что у Роджера, я так понимаю, ничего. Да, Роджер 15 на 2 на миде отстоял. 41 на 18 со стороны Лимпа. Мид проигран Роджером очень существенно, и это чувствуется. По артефактам это тоже чувствуется. У Вайпера уже имеется Ring of Aquila, есть у него Power Threads, а у Роджера нет пока что ничего, кроме одного несчастного Boots of Speed. Чеширский кот в лесу уже насобирал себе транквилы. Это хорошо. 880 у него на руках. До даггера еще 1400. Это, в принципе, приличная сумма. В лесу так ее особенно не насобирать. Баунти здесь, руна для чеширского кота. И Силкит, в принципе, в соло Аксу ничего не делает. Лимп продолжает фармить на миде. Также фармит в соло Эра. Эре никто не мешает. Эра уходит в лес. Эра дает лайн своему партнеру по команде Визажу. У Ликана тем временем появляется Hand of Midas. Фарм немножко будет поприятней, но это, на секундочку, 2000 голды, которые пришлось потратить на этот артефакт. Оправдано ли это решение, пока что сказать сложно. У Шторма тоже ничего особенно не появляется. ПТ, в принципе, деньги на него есть. У Роджер, в общем-то, по голде проседает. Давайте глянем по нетворсу. На пятом месте у нас Роджер. Он уступает 1300 Вайперу. Примерно столько же уступает он Ликантропу и Дроу Рейнджер. Эра отправился в лес. У Эры есть пара райсбендов. Имеется уже практически собранная Яша. И Эра, я думаю, готов драться. У Эры 132 с руки, плюс 45 еще. Дополнительные дамаги с Яшей будет еще побольше. Это 8 левела Эра. Это еще не 11, это не 16. Когда ульта будет достаточно много прибавлять, и можно будет можно будет драться очень и очень сильно. Фамильяры появляются у визажа, и команда NIP отправляется убивать Рошана. Посмотрите, с какой скоростью сыпется Рошан. Это под медалькой и под фамильярами. Фамильяры, если сядут и встанут, то еще раз рассыпется у нас Рошан. Рассыпется очень быстро. Ликан опять остается без Рохи. В прошлом матче Power Rangers в позапрошлом матче Power Rangers пикали Ликана, но не убивали Рошана. И только сейчас сможет увидеть, может быть, получится заденайт. Нет, не получается заденайт. Дроу Рейнджер забирает Рошана, и Эра теперь имеет две жизни. Это неприятно. Хауль провязал у нас Дитя Ра. Здесь у нас подсейв самого себя устроил визаж. Визаж улетает, а Эра отсюда уходить не должен. Появляется у нас Эра. Но здесь уже есть Бэтрайдер. Бэтрайдер у нас цепляет Шторм Спирита. Его вовремя бросает в Астрал у нас Шадоу Демон. На лоу хп у нас Дитяра. Дитяра под Грейвом, но, скорее всего, догорит. Да, догорает у нас Дитяра. Также погибает у нас Дазл. На хайграунде продолжается драка. Отсюда уйдет, скорее всего, Роджер. Должен уходить, по крайней мере. Даггер есть у Бэтрайдера. Бэтрайдер напалмом валит неплохо так Роджера. Врывается на Роджера. Роджеру надо улетать с ульты, потому что иначе отсюда не уйти. Ну что, по итогу этого файта заканчивается драка со счетом 1-2. Если не ошибаюсь, 3-2 становится общий счет. Эра потеряла Эгис, но кроме Эгиса Эра больше ничего не потерял. И пока что все складывается для команды NIP положительно. 4000 по голде они выигрывают, 4000 выигрывают по XP, даже чуть-чуть больше. Упал тавер на миде, не на миде, точнее, упал тавер на ботами. И со стороны команды Power Rangers снесен тавер NIP-шников на топе. В общем-то, легкая линия выиграна что там, но здесь стоял в соло, фармил Эра. Теперь Эра пошел фармить лес и также успел подфармить визаж. То, что визаж успел подфармить, помогло вовремя собрать медальон и вовремя очень быстро забрать Рошана. У Акса появляется даггер. Даггер на 12-й минуте. Чеширский кот готов врываться. Я думаю, если сейчас прилетит куда-то на Т1, то, в принципе, можно подраться. У Роджера тоже есть ульта и у Дазла. Да у всех есть ульта, кроме Ликана. У Дитяра через 29 секунд шейпшифт будет.
Лимп здесь есть, надо врываться и агрить на себя лимпа. Агрят на себя лимпа, тут же врыв от Роджера. Стараются навалить у нас... Так, куда же у нас высвапнули лимпа? Высвапнули у нас лимпа. Силки тоже уходит отсюда живой. Умирает у нас Шторм Спирит. Сюда очень не вовремя для команды Power Rangers потянулся Хэнскин. И смогли разобрать у нас Шторма. Шторм погибает. Также, скорее всего, погибает здесь и Shadow Demon. Эру в Астрал попытался бросить, но все это бесполезно. Умирает два игрока команды Power Rangers. Счет становится 5-2. Пока что впереди NIP. NIP уверенно лидируют. По голде они на 5000 уже больше заработали. По XP тоже на 4000 перевалил их общий показатель стоимости. У Эры по артефактам имеется Ogre Club, есть Belt of Giant Strange. Belt of Strange просто в доте. Giant Strange это... Мы возвращаемся в WC3, а куда нам возвращаться совершенно не хочется. У Эры практически собранный с Engine Yasha. Что у нас у команды Power Rangers? У Шторма пока что еще не вырисовывается Оркид, но это будет попозже, и это будет существенно попозже. Роджер просел по фарму, и мы это прекрасно видели. У Роджера 39 на 10, у Вайпера 73 на 24. Готовится выход на нижний лайн от команды Power Rangers. Т1 будет падать, но Т1 будут сейвить здесь. Сюда прилетает Винга, и сюда прилетает Лимп. Врыв у нас от Роджера. Роджер Вингу подтягивает. Винга у нас, в принципе, ничего толком дать не может. Здесь же Визаж. Лимп проседает по ХП, но Чеширский кот нереально жестко получает по горбу. Чеширский кот отваливается, СД отваливается. Лимпа забирает команда Power Rangers, и на лоу ХП погибает у нас Дазл в лесу. 4 в 2 подралась команда Power Rangers, NIP, и это неприятно наблюдать. Нипы чувствуют себя уверенно в драках, и это видно. Через ауру, через обычную ауру, обычный Draw Ranger, на которой играет практически обычный Эра. Фамильяры, фамильяры Визажа, сам Визаж, Vengeful Spirit, да все вообще, кто только можно. А мы понимаем прекрасно, что стратегия команды NIP основана на всех рейнджевиках. Так вот, все эти рейнджевики нереальное количество дамаги имеют. Просто невероятно невывозимо. Эра на данный момент уже собрался Engine Yash, и у него есть 830 по голде. Эра по нетворсу 100% на первом месте, 7400. Заработал он за 14 минут, это крутой ГПМ. На втором месте Вайпер. И на третьем месте уже разместился Дитя Рана Ликания. У Ликана есть такие артефакты, как Владмир, но много дамаги Владмир не дает. Он дает возможность нормально драться в куче с волками, но по большому счету это немного дает самому Ликантропу. Ну, надо какие-то еще артефакты на дамагу или хотя бы выходить в какие-то некра. Попытаться спушить. Но первая игра Ликаном была провальной. Первая игра Ликаном не помогла ПР вообще ничего отбить у NIP. И NIP очень уверенно выиграли этот матч. Пока что, я так понимаю, ситуация повторяется. И что-то нужно делать, чтобы ее ход переломить. Я думаю, ПР не хуже меня помнят первую игру этого противостояния. А NIP решили все очень просто. Они на 15-й минуте заходят на хайграунд. Издалека стоят, расстреливают. Крип есть на хайграунде. Можно стоять, бить. Дитя... Так, у нас зацепили Шторма. Роджер отсюда улетает. И NIP отходят. Что у нас по Тауру? Таур у нас побит, но побит не сильно. Ну, в принципе, фуловый NIP, можно не уходить, как я понимаю, отсюда. Если что, есть аура Draw Ranger на случай драки. Лассо откэдэшится через 69 секунд. Ну, NIP решили, что попробовали, не получилось, попробуем в следующий раз. Отходят все на свою половину карты, и драка не состоялась. Давайте глянем по графикам. 7500 в пользу NIP и порядка 6000 по XP в их же пользу. Отчаянный мув от Power Ranger. Чеширский кот под смоком видит Vengeful Spirit, врывается на нее. Волки тоже ее грызут. Стан в кого будет? Стан ни в кого не будет. Акс забирает у нас Вингу. Винга погибает. Кто-то пытался подхилить. Кто это был?
задается таким же вопросом. Команда Power Rangers врывается у нас Акс. Сюда прилетает у нас Лимп на Лимпа. Даже не на Лимпа, а на Эру влетает у нас Роджер. Получает Вайпер Страйк от Лимпа. Роджер проседает по ХП очень сильно. Детяра продолжает гонять у нас Эру. За Эрой гоняются волки. Чеширский кот агрит на себя. Но, в принципе, никого толком и не агрит. Горит у нас Эра. Надо добить Эру. Надо как-то добить Эру. Здесь один волк, и этот волк Эру не добивает. Еще один удар. У Эры 84 хп. Два волка еще есть. Должны добить у нас Эру. Волки гонятся за Эрой. И это более интересно, чем любая драка здесь. Здесь также продолжает летать Роджер. Ловит плевок от Визажа. Роджер отправляется в таверну. Эра на лоу хп уходит. Визажа грызут волки. Но эти волки хоть кого-то сумели сгрызть. Эра уходит на лоу хп на свою базу. По итогу этого файта 3 в 2 подрались игроки команд. И это явно не в пользу команды Power Rangers. 790 по голде зарабатывают Нипы, 283 зарабатывают белорусский коллектив. Давайте по артефактам пробежимся, кто что нафармил, у кого что появилось. У Акса после Даггера появляется Vitality Booster, есть Stealth Shield, и вот прилетает Ring of Hell, собирается Vanguard. У Акса есть Вангвард, есть Блинк Даггер, можно драться. Надо грейдить его до Гримзон Гварда как можно быстрее, потому что основная дамага, которая вливается в ПР, это дамага с руки. Это то, что бьет Дроука, то, что бьет Вайпер рукой, это то, что Винга наваливает под своей аурой. Это вместе с Вингой наваливают все под аурой Винги. Свап у нас J4, J4 отправляет в Астрал. Vengeful Spirit, ну, она может, в принципе, и не юзать здесь стан. Здесь через Poison Attack нормально так развалили SD. SD еще раз погибает, и счет становится 13-7. Что же творится с командой Power Rangers? Почему они так сыпятся по всем лайнам? Чем отбиваться и что вообще делать? Есть ли у кого-то хоть какие-то предположения? У меня пока что таких предположений нет. У Роджера на 19-й минуте до сих пор нет Оркида. Загнали его на миде. Невероятно, он четвертый снизу. Четвертый снизу, это значит седьмой на карте. Это плохо, мид команды Power Rangers седьмой на карте. У Роджера пока что по артефактам ничего нет и не планирует появляться. Этот один несчастный Oblivion Staff не дает толком сделать ничего. Он врывается на фулл ману и там и остается. Потом улетает под таверну хилиться, но опять же не своим ходом. У Акса 1070 по голде имеется. Чеширский кот в Гримзон Гвард должен выходить 100%. Здесь, мне кажется, это не обсуждается, и он не хуже меня это понимает. Мека будет у Дазла через совсем немного. В принципе, сейчас уже должна лететь Мека у СД. Что у СД? У СД медальон. Видят они, что Бэтрайдер где-то здесь. Бэтрайдер летал. И куда у нас Бэтрайдер улетел? Где Бэтрайдер? Бэтрайдер на миде уже. Бэтрайдер летает быстро и через Даггер нормально так блинкуется. Через минуту будет у нас Рошан. В принципе, чекают пока что и девардят ПРы. За Рошана подраться, я думаю, NIP не откажутся. В принципе, здесь все откэдэшилось, все нормально. У Визажа есть фамильяры, как я понимаю. Где эти маленькие вонючие твари? Вот фамильяры Визажа. У Визажа еще нет, как, надеюсь, Аганима. Нет, Аганима пока что нет. Аганима 150. Но значит, за Рошана будет драться он без Аганима всего лишь с двумя фамильярами. Заходят фамильяры и сносят вижн команды Power Rangers. Силкит занимает здесь позиции. Будет попытка задевардить. Фамильяры полетели бить следующие варды. Фамильяры убивают еще один обсервер. Не сильно наваливают с руки, но вардам этого достаточно. Лимп здесь, Силкит здесь, Эра здесь. Пока нет Рошана, а контроль над Рошаном есть у команды NIP. Можно, в принципе, подраться. Рошан появляется, пока что об этом никто не знает. Так, Бэтрайдер здесь. Бэтрайдер влетается у нас, влетает в Дитяра. Его сразу же в Астрал бросает у нас СД. Дитяра пока что живой. Дитяра включил ульту, драка с Лимпом. Лимпа надо разбирать, будет ли слэмданк по голове. Лимп у нас уходит, догореть должен Лимп, да, Лимп догорает, пока что один в один драка, также умирает у нас Дитяра, врывается сюда Роджер, Роджер должен забирать Эру, Эра на лоу хп, Эра должен догореть, Эра догорает, Санейка здесь дерется чеширским котом против Силкида и Хэнскина, Силкид тоже скорее всего догорит, чеширский кот пока что практически неуязвим, бьют его все, но он терпит и он готов в принципе сражаться, Грейв есть, чеширский кот здесь под Грейвом.
Квиллинг Блейд еще в откате 40 секунд. Скорее всего, Чешир отсюда не уходит. Да, умирает у нас чеширский кот, умирает у нас здесь Саннейка. Единственный, кто остался в живых, это Роджер. Если Роджер, конечно, не выкупался. Где у нас Роджер? У Роджера ТП. В принципе, в кулдауне, значит, улетел отсюда живым. 4 в 3 подрались игроки команд. И размен этот не в пользу команды Power Rangers 100%. Хотя, по опыту видим, Power Rangers немного... Да насобирали здесь. Немножко больше, там, на 200, но это не считается. 17-10 становится счет. Давайте глянем, что у нас по графикам. 7000 по голде и по XP 6500 со стороны команды NIP. Шведы пока что ведут и ведут вполне уверенно. Хотя драки, видимо, у Power Rangers тоже не такие уж плохие, как было в начале этого матча, да и в начале любого матча. Early game в каждой игре PR умудрились проиграть. Там где-то, правда, восстановились, а где-то... Где-то, конечно, и подслили. Я говорю, конечно, о первой катке. Посмотрите, что собирает Эра. Эра решил, что первый скилл юзать нет смысла. Есть смысл собрать Eye of Skadi. У Эры на данный момент имеется два Ultimate Orb'а и Draw Rangers Eye of Skadi. Я не очень понимаю, то ли это насмешка, то ли... Я что-то пропустил в современной доте. Ну, понятное дело, что это все полезно, это все статы. Можно ведь собрать было и поинтереснее артефакты. Так, у нас врыв в Эру. Продолжается драка. Роджер получает сайленс. И вот перехотелось драться ему против Эры. Эра будет стоять и с хайграунда просто разваливать у нас всех. Роджер врывается в него. Ульта пошла от Дитяра. Дитяра пилит в спину. Эру цепляет. Дитяра попадает в лассо. Здесь притяжка от Роджера. Эру надо... разваливать, потому что если не убить Эру, Эру убьет всех. Погибает у нас Роджер, где у нас Ликан. Ликан у нас уходит на вражеский хайграунд и пойдет отдаваться, я так понимаю, Таурам. Никто его не даст сделать то, что он хочет. Все-таки отходит Таурам у нас килл. Но Бэтрайдер, разумеется, получил и опыт, и деньги с этого убийства. В итоге попытка ворваться в Эру закончилась двумя смертями для команды Power Rangers. Это плохо. Это очень плохо. Это даже чуть-чуть хуже, чем плохо. Гримзон Гвард есть, Плейтмейл есть. Акс, в принципе, будет стараться кое-как на себя брать удар. Он и так сейчас это делает. Чеширский кот идет 4-3-4. Это еще неплохо при том количестве дамаги, которое в себя впитывает Чеширский кот. Наконец-то появляется Orchid of Malevolence от Шторма. Роджер, хоть какие-то артефакты вывез к 25-й минуте. Это мид команды Power Rangers. Плохой мид. Очень плохой мид. Опять же, не его в этом вина. Он стоял против Вайпера, и разве что расстановка по лайнам была не совсем верной. Хотя, кого еще было ставить на мид, если не Шторма? Опять же, Power Rangers брали последним Шторма. Они прекрасно понимали, что стоять ему придется, видимо... против Вайпера. Кого еще могли поставить? Хотя, может быть, подумали, что Вайпер пойдет в сложную, а на мид отправят Бэтрайдера или Дроу Рейнджер. Но так уже давно не происходит. Дровка по-прежнему фармит в легкой. Точнее, давно уже фармит в легкой. А при наличии Бэтрайдера в пике Вайпер давным-давно не ходит в сложную. Давайте глянем по артефактам, у кого что. Аганиму Визажа. Уже не хочется мне смотреть, у кого что по артефактам. Я все увидел. У Шторма, кроме Оркида, 500 по голде. У Шадоу Демона после медальона 400 тоже ничего нет. Мека, Staff of Wizardry и Урну Shadow of Shadows у Саннейка. У Ликана вторые Некра. До третьих осталось совсем немного насобирать. Акс имеет... Гримзон Гвард есть плейтмейл, 1200 сверху на руках. У Бэтрайдера есть форстаф, есть Boots of Travel, есть Dagger. Dagger мы уже давным-давно видели. Void Stone есть. Я так понимаю, в Йоул у нас выходит Йонасом Кфан. Через Firefly взлетает у нас Бэтрайдер. Готов, в принципе, я думаю, врываться. Видит он игроков команды Power Rangers. Моментально получает Silence у нас. А Бэтрайдер его высвапывает винга. Драка немножко рассредотачивается. СД отправляется в таверну. Погоня пошла за Эрой. Получится ли хотя бы на этот раз запинать этого парня? Эра на лоу хп бежит. Его бьет Дитяра. Его бьют все, в принципе, кто только можно. И Некра. Эра, наверное, догорает. ТП-аут пытается сделать Ликан. У Ликана не получается сделать ТП-аут. Тем временем Роджер погибает у нас на руне. Прошла погоня за Чеширским котом. Через одну секунду Даггер. Чеширский кот отсюда уходит.
Драка закончилась со счетом 3-2, но наконец-то получилось забрать Эру. Но у Эры 2-2-6 становится счет, а вот у Роджера счет 0-5-7, и это ужасно для команды Power Ranger. 740 зарабатывают по голде Нипы и по экспе также они немного больше, чем по Эры зарабатывают. Ну, провал. Очень сложная ситуация, из которой непонятно, как выходить. Санейка до артефактов пока что не созрел. Серьезных стафов Визарда имеется 1500 на руках у Санейка. У Акса после плейтмейла 2200 тоже есть. Акс, к счастью для команды Power Rangers, в этом файте не умирал. СД вроде бы умирал. У Ликана 900 по-прежнему на руках и Некра второго левела. Пока что Ликан не противник для дровки. Пока, в принципе, гоняется за дровкой Ликан. Фамильяры под аурой Дроу Рейнджер наваливают по спине Ликану. И Ликан огребает, а дров просто стоит и просто катит на себя. Эра умер всего два раза. И умер он потому что не потому, что неудачную позицию выбирала команда Power Rangers, а потому что Эра хорошо играет. И это не новость ни для Power Rangers, конечно же, ни для НИП, и не для меня, и не для вас. Эра известная личность как в Dota Community, так и вообще медийная личность в европейской Доте. Поиграть успел везде, где только можно. Ну и понятно, что это главное лицо команды NIP. Под смоком ниндзя в пижаме готовы выйти на чеширского кота. Ой, как неприятно будет чеширскому коту. И ой, как хорошо играет чеширский кот. Блинкаут и отправляет свое лассо одного из драконов у нас Бэтрайдер. А теперь можно и в ответочку подраться. Бэтрайдер разваливается, Веншфул Спирит точнее у нас разваливается. Бэтрайдер отсюда улетает. Чеширский кот пошел дальше гнать. Гонит у нас Бэтрайдера, сбивает ему таким образом даггер. Поджег у нас Бэтрайдера. Через сколько будет у чеширского кота даггер? Через секунду. Будет ли врываться чеширский кот или попытается отсюда улететь? Какая же крутая реакция была у чеширского кота на эншентах. Так жестко отлететь от огромной толпы, от Бэтрайдера, который тебя видит и которого ты не видишь. Это, конечно, очень круто. Вовремя чеширский кот проюзал блинкаут и смог таким образом подсейвить себя. Еще и вингу смогли забрать. Но это хорошо. Разменяли также это на тауэр. Забрали Т1 по миду. Забирает его шторм. И гляди, что-то у Роджера да вырисуется по артефактам. Есть Soul Ring на данный момент. Будет выход в Bloodstone. Видит Санейка здесь Бэтрайдера. Бэтрайдер пытается улететь через Firefly. Видят Bots of Travel. Надо притягивать Бэтрайдера. Не успевает Storm Spirit проюзать Vortex. И Бэтрайдер уходит на свой фонтан хилиться. Пока что драки более-менее вменяемы. Команда Power Rangers нормально держится, а Нипы решили почему-то не бегать вместе. Возможно, почувствовали свободу. Но эту свободу можно будет быстро перекрыть команде NIP при 2-3 удачных ганках. Ну и боятся. Боятся Power Rangers переходить через реку. Правильно делают. Не меньше них боятся Нипы переходить через реку. Ничего не боится у нас Дитяра. Дитяра без ульты, без ничего. Заходит, юзает волков, отдает себя команде NIP. Фраг забирает Бэтрайдер. 418 по голде капает в его актив. Чеширский кот уже имеет керасу. Только сейчас прилетает ему этот артефакт. У Санейка что у нас появляется? У Санейка есть Юл на всякий случай на подсейв самого себя. Да и для того, чтобы зацепить соперника у СФа. После медальона грейженого стика опять ничего. Хоть вообще не переключайся на Джейфо. 1200 на руках у Роджера. И у... И у Ликана. У Ликана попытка выйти в БКБ. Пора бы уже, пора. Потому что Ликан что-то слишком мягким стал для команды Power Rangers. Давайте глянем, что по артефактам у NIP. У Визажа после Аганима 2-100 есть на руках. Также есть медальон, есть чейнмейл. У Вайпера Манта Стайл, Мека, Аквила, Power Threads. Ну и Ботл, это понятно. У Дроу Рейнджер после Скади что-то должно появиться. Прилетает дровки Гёдскепетер. Это будет, сами знаете, какой Блейд
Силкит у нас на лоу хп должен здесь умирать. Да, Силкит умирает. Роджер под грейвом, но Роджер еще нормально хп так имеет. Погибает пока что один. Одна Венж Фулл Спирит влетает сюда. Бэтрайдер пытается дать лосопу Дитяра, но Дитяра бежит просто как бешеная собака. Это и понятно, за кого он играет, вы сами видите. Погибает также у нас Вайпер. Где у нас развалился Вайпер? Здесь у нас развалился. Квиллин Блейдом, я так понимаю, его чеширский кот добил, потому что проюзал в КД у него Квиллин Блейд. Ну классно, классно, классно. Разобрали еще и Визажа. Визаж выкупился, по голде просел, по XP просел. Все понятно. 1300 дамаги Вайпер нанес, но Вайпер умер. Вайпер умер, и больше всех заработали здесь Акс, Ликантроп и мертвый Шторм Спирит. Куда влетел Шторм Спирит, за кем он гнался, мне непонятно. Поднимают у нас еще ветра Санейка. Санейка сразу же отвечает ветрами в обратную сторону. Даггер через 4 секунды, погоня за Санейкой. Надо делать грейв тэп-аут, но грейв-то можно сделать, а тэп-аут сделать попросту нечем. Дазл у нас погибает, и из него выпадает гем. Как приятный бонус, как вишенка на торте, как все что угодно, ко всему что угодно. Подбирает этот гем Vengeful Spirit, положила бы на место. Пацаны его покупали, а ты забираешь. 25-17 счет. 25-17. 1240 по голде зарабатывает NIP в этом файте, и еще 1000 теряет PR. PR посыпались, PR отдают файт за файтом. И отдают не по своей какой-то неподготовленности, отдают, скорее всего, по глупости. Непонятно, зачем врывался Шторм Спирит. Видимо, думал укрепить преимущество, которое они постепенно начали отвоевывать. Но видите, что графики отправились назад. В какой-то момент до 1500 упали графики. Теперь динамика восстанавливается, и она направлена в пользу команды Ninja in Pyjamas. Отправляется у нас на нижний лайн сразу три игрока команды Power Rangers. Роджер здесь, у Роджера 1700 на руках по голде. Soul Ring имеется. До Бладстоуна, в принципе, еще собирать и собирать. Так, у Винги тем временем урна. После урны ничего. Что у нас у Дровки? У Дровки у нас вот что. Собственно, выходить она будет в Ethereal Blade. Это понятно. Еще до Ethereal Blade 1800 по голде у Бэтрайдера. Что появляется? Есть Юл, есть 3600 сверху. Скорее всего, у Бэтрайдера появится Скади, как я понимаю. Есть Дровка, у которой имеется. Так, врыв у нас от Акса. Чеширский кот ни на кого не накричал. Накричал на пустоту. Свап от Силкида. Стан пошел с чеширского кота. Он Гримзон Гвард нормально проюзал. Так, подцепили у нас Роджера. Роджер у нас под грейвом. Но Роджер может отсюда и не улететь. Мана, в принципе, есть. Надо лететь отсюда Роджеру. Роджер погибает. Умирает также Силкид. Дитяра на лоу хп. Дитяра погибает. Продолжается драка. Джейфо у нас в Астрале был. Из Астрала выходит мертвым. Один Силкид со стороны NIP. И погоня за чеширским котом. Все гонят чеширского кота. Все флеймят чеширского кота. Есть даггер, можно попытаться отсюда улететь. Кто здесь у нас? Здесь у нас Санейка против Бэтрайдера. Ну, посмотрите на запак Бэтрайдера и посмотрите на бедного несчастного Санейка. Санейка разваливается просто на куски. 4 в 1. Драка в пользу команды NIP. Можно выходить на Рошана, можно выходить на Рошана, но вышли на чеширского кота. Я не знаю, чеширский кот, что ты делаешь и как ты оказался здесь. Пока я переключился на Санейка, он решил компании присоединиться. Команда Power Rangers потеряла 1700 и 2700 заработали NIP за этот файт. Я уже молчу о количестве опыта. Если опыт не так важен, то деньги, конечно, безусловно важны. Power Rangers нельзя было отдаваться впятером. Они это понимают, но лучше них понимает этот Tower на миде, который, скорее всего, будет сейчас падать. Лимб здесь, Мека пока что в откате на случай масс-файта, но если что, есть сыр. Здесь есть визаж. У визажа три твари призвано. Все три твари очень больно бьют. Я так понимаю, скилл... Нет, Дровка просто еще не проюзала прешинауру. Ждем подрубания прешинауры. Видимо, до файта ее оставили. Она и так дает нормальный буст всем по атаке. У Дроу Рейнджер сейчас появляется Ethereal Blade, как я понимаю. 3600 есть на руках у Эры. Мид упал. Эра забрал все, что можно было забрать. Эра идет, кстати, на втором месте. Эра проигрывает у Бэтрайдера. Как так получилось, я не понимаю. У Бэтрайдера 6000 на руках. Бэтрайдер, миленький, пожалуйста, покупай рапиру, отдавай ее Шторм Спириту или отдавай ее Ликану. Кому-нибудь отдай рапиру. Не покупай никакие шивы, будь глупым. Нам очень нужна эта победа.
Иглсонг покупает у нас Бэтрайдер, а значит дело за малым. Дело за тем малым, которое летит ему. Этериал Блейд у нас у Бэтрайдера, Этериал Блейд сейчас будет у Дроу Рейнджер, пока еще нету, 4000 на руках. Эра решила ставить на байбек на всякий случай, как я понимаю, хотя зачем тебе байбек, если у тебя есть... Ну вы поняли, короче говоря, что за скилл есть у Дроу Рейнджер. Разумеется, есть Аегис, выбитый из Рошана. Ну, в общем-то, ситуация незавидная для Power Rangers. Тот, кто бьет с руки больше бить не будет. Мы говорим о Ликантропе, о Ликане, на котором играет Дитя Ра. И мы говорим о Шторме, который, в общем-то, должен наваливать с руки, но с руки наваливать не сможет, потому что два Этериал Блейда сделают свое дело. Надо будет как-то пытаться раскайтить, засейвить своих. Короче говоря, сделать что-то феноменальное команде Power Rangers, чтобы драться против двух Этериалов. Пока еще нет этих Этериалов. Нет этого Этериала у Дроуки, но я так понимаю, это вопрос времени. Эра должен все-таки купить, иначе зачем покупается Гюцептор и так много денег собирает у нас Эра. Неужели на всякий случай? Дроу Рейнджер покупает у нас Boots of Travel. Значит, пока что Гюцептор просто на подсейв. Не качается здесь Frost Arrows, потому что здесь имеется вот этот артефакт. Ну и что у нас? У нас вообще непонятно что. По линиям полный развал. По линиям мид снесен. Низ команда Power Rangers отпушила, но тут в это время крипы чуть ли не съели тауэр на топе у белорусов. NIP в полном составе, если соберется, то, я думаю, снесет еще одну линию. Там уже можно будет спокойно заканчивать эту игру. Появляется также талисман of Evasion у Draw Ranger. Что она продала? Она, по-моему, продала... Что же ты продала? Ну, по-моему, здесь Rise Band лежал. Его Эра и продал. Смог заюзала команда NIP. Готовится выход. Первым идет Эра, у него есть Aegis. Ему вообще бояться нечего. Эгги скоро пропадет, ему надо как-то разменивать. Следим за Эрой. Следим за Эрой, следим за врывом в стан команды Power Rangers. Кто у нас с хайграунда? С хайграунда у нас Визаж заходит. У Визажа уже есть Кираса. После Аганима Кираса. Какая непробивная тварь. 46 дефа у Визажа плюс 5 базового. 48, отлично. 48, как будто мало было 46. У Визажа 51, 53 дефа. Как его пробивать вообще не понимаю. Тем более здесь Кираса, тем более здесь нормальный такой ХП-пул. Короче говоря, Визаж становится нереально серьезным танком для команды NIP. По счету 30-18. В принципе, счет-то играбельный, но по артефактам ПРы пока что не имеют то огромное количество крутых шмоток, которые есть на NIP. Давайте глянем по графикам. 12 тысяч по голде, 17 тысяч по XP. ПР отстают очень уверенно. Фамильяры просто за секунду разорвали тауэр. ТП назад от Санейка. Команда Power Rangers вся разворачивается и будет заходить в бок команде NIP. Роджер здесь, Роджер готов ворваться. В принципе, можно на Эру попытаться ворваться на фул ману. Гримзон Гвард проюзали, будет ли врыв? Ну-ну-ну, Чеширский Кот сразу двоих на себя агрит. Также у нас в Сайленс попадает Бэтрайдер, но Бэтрайдер уходит у нас в Гетскепитер. Так, Роджер у нас на лоу ХП. Эру моментально разбирают, и это прекрасно. Дитяра у нас в БКБ, его утягивает из файта Бэтрайдер. Поднимают ветра у нас Хэндскин на фул ХП. Здесь Силкит тоже помогает неплохо. Так, Хэндскин фуловый, то, о чем я говорю. Визаж стоит и просто нон-стоп плюет во всех, кого видит. Он фуловый, ему вообще плевать на все. Силкит должен здесь развалиться, не должен. Никому ничего Силкит не должен. Godlike зарабатывает у нас Бэтрайдер и трипл килл от Визажа. Сразу 4 байбека со стороны команды Power Rangers, терять уже нечего. Все, что можно было потерять, мы потеряли. Чеширский кот продолжает погоню, будет ли агр Чеширского кота, пока что на нем Silence, агр в никуда. Накричал в пустоту Чеширский кот, он выкупался, выкупаться больше не будет. 87 секунд его не будет, умирает Рошан. Это Rampage, а черт дери его Визажа. Rampage от Визажа. Просто Аганим, просто Assault Kiras, просто плевки. Короче говоря, забили своими обрубками рук
Эти маленькие твари-фамильяры всех, кого только можно было. Это Rampage от Визажа, и мы поздравляем команду, скрипя зубами, конечно, но поздравляем команду Ниндзя в пижамах, которые проходят дальше по сетке лузеров. А команда Power Rangers заканчивает на данном этапе свое выступление в турнире. Это был Major All Stars, у микрофона другом. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Скоро услышимся.